Я поясню, что происходит в кадре. Наташа пьет лимончелло. На, сегодня... А где вот это вот на старт внимания и фарш, бабушка? Фарш. Не, не надо, зачем нам лишние, лишние сопли перед отъездом. А. Завтра мы вечером улетаем, у нас 19:55 по местному времени вылет в Вильнюс. В Вильнюсе мы ночь, а потом Наташа в Минск, я кому в Москву. Кому это интересно? Да, кому это интересно, и все, выключай нахер, выйди. Да. Так вот, давай, жги. Жгите, товарищ. Жгу. Милан. Известный. Мы, кстати, между прочим, Буэнос Ночес. Это по-испански? Буэнос, это по-португальски, по-моему, вообще. Нет, ну, неважно, это испански, да. Да, вот мы, в общем, говорим вам добрый вечер с лимончелло. Это лучший способ, мне кажется. Находясь в Италии, Милане, мы видели днем, что здесь очень много магазинов, и это известный, скажем, модный центр Европы. Мне кажется, что где есть мод, там очень много молодежи. Поэтому мы сегодня с Сашей решили тряхнуть стариной, оставили ее дома. И пойти бить молодежь. И пойти посмотреть, как выглядит миланская молодежь. Миланос ночес. Миланос ночес, так. Я просто овладел угорщина. Да. Так вот, наш хаускипер, который противный, подсказал канал, вдоль которого гуляет вся молодежь. Мы посмотрели, она там не гуляет, она там... Ну, пьет коктейль. Оказалось, называется он Беломор. В большой толпе, да. Там гуляет молодежь. А, и строит его параллельно. И перпендикулярно тоже его строит. Шутками забрасывает нас Александр в прямом эфире. Как да. Всегда поражая новизной. Или канал YouTube, да. Шутки в прямом эфире. Да. Хоть и в записи, да. Вот. Мы сейчас сидим возле красивой стены граффити. Оператор пьет. Куда смотрит руководство? А за стеной проходит живой концерт какой-то группы. Там есть барабан, труба, ну и какие-то еще музыкальные инструменты. Довольно-таки веселая живая музычка. Мы туда внутрь не пойдем. Я да. не умею танцевать под это. А я не умею смотреть, как Наташа под это танцует, да. Но, к сожалению, темно, и Наташа бутылка загородила граффити. Там вот вдалеке виден нарисованный человек. Очень да, здорово. Вот так вот светлее. Некто Карло, мы не знаем, кто это. Вот, наверное, папа. Папа того небезызвестного Буратины. Вот. Да, и сегодня, сегодня мы посетили, я вот немножко возьму мяч на себя. Во-первых, сегодня 5-0 сыграла Россия-Швейцария. 9 мая с праздником. И мы сегодня посетили много мест, которые планировали, практически все. Единственное, мы не посетили дома. Потому что Наташа была с голыми плечами. Да, там сказали, что Наташа с голыми Прикрути. Плечами не пускает, да. Вот, и к моему удовольствию мы все-таки успели, хоть Даша и... была с голыми плечами. Галопом по Европам, правда, получилось. Мы посетили музей Леонардо да Винчи. Это не сам музей Леонардо да Винчи, это музей науки и техники. По аналогии, это политех, российский, московский политех. Но там много ангаров, в отличие от политеха, там несколько залов, и в которых много самолетов, даже корабли, парусники настоящие. Это... Нечто фееричное я получил, я вернулся в детство. Вот. Много всяких механизмов, это было просто потрясающе. И да, на такой музей нужно идти на несколько часов, но так получилось, что у нас было всего два. И того времени как бы, ну, хватило только пробежаться, сделать фотографии, потом посмотреть, они были прекрасны. Объекты, не фотографии. Я божественно отключилась на минут 10. Да, потому что там были дети, Наташа, услышав детский надо, смех нет. громкий, я увидела, на автопилоте вырубилась. То, что возбуждает Сашу, самолетики, вертолетики, кораблики. Там потрясающие вещи, конечно. Там был Маки Вольтера МС-205, это же потрясающий самолет. Вот, и, ну, собственно, заканчивается наш отпуск. Нет, не видео, отпуск. Заканчивается наш отпуск. Заканчивается наш отпуск, да, мы в Милане, у нас завтра вылет, как я уже говорил, и... Поздравь Чанова. Зачем? За шкафом поздравь. Чанова я уже поздравил, и, Андрюх, если ты это слышишь, то я тебя уже поздравил, проверь телефон. Да. А я поздравлю Надьку. Поздравляю. Свою любимую. Поздравляю. Надьку, я тебя очень люблю. С днем рождения. Я уверен, что очень классно празднуешь. Ням-ням-ням. Вот, Атом передает тебе чмоки. Это я Чанову. Это он еще Чанова доцеловывает. Да, доцелованный Чанов. Ну, собственно, что, наверное, мы сегодня еще запишем несколько роликов, потому что у нас гуляние только начинается, и спать мы пока не планируем ложиться. И Милан очень интересный ночной город. Ну, ничего интересного, на самом деле, толпа.
пытаюсь разговаривать на итальянском. Ну вот, Наташа внесла свою небольшую толику лирики. Толику лирики. Толику. Да. Молодежный город. Я только сегодня понял, что Милан – молодежный город. Днем он какой-то модный, гламурный, там много всяких разных людей ходит, которые… Тут много красивых мужчин в красивых костюмах. Тут даже полицейские красивые, это факт. Говорю, как девочки, мужчина, девочки. Полноценный мужчина, ни разу не… Вот, а вот ни такие, например. Выдала. Да. Так вот молодежь ходит. Ну, классно, здесь классно. Пока.